Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приветствую всех любителей баскетбола, собравшихся у своих экранов. В эфире телеканала НТВ плюс баскетбол. Очередной выпуск программы «Неделя в НБА». Перед вами в студии я, ее ведущий Владимир Гомельский. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что по вторникам вечером мы выходим в прямом эфире. И если по ходу программы у вас возникают вопросы, вы захотите со мной поспорить, высказать свое мнение, то вот на вашем экране сейчас, вот он, этот телефон, дозванивайтесь, нас соединят, мы поговорим. Если по каким-то причинам дозвониться не удалось, не расстраивайтесь, ваши вопросы, ваше мнение можно выкладывать на баскетбольном форуме сайта ntv+.ru. А еще лучше, если действительно есть вопрос или такое обширное мнение, то работает конференция на этом же сайте ntv+.ru, работает конференция «Неделя в НБА». И уж там-то я на все вопросы отвечаю. Не пропускаю ни один. В общем, как бы считаю это делом чести. Я с вами там общаюсь. И хорошо общаюсь, как сказать, активно. Вот. Сегодняшняя программа, она, в принципе, как-то сказать, разделяет сезон пополам. Большинство команд из 30 команд-участниц Национальной баскетбольной ассоциации достигли рубежа в 40, 41 или 42 игры. Полсезона позади. Впереди нас ожидает пауза, связанная с уикендом всех звезд в Лос-Анджелесе. Но поскольку оценить, мы посмотрим с вами таблицы обязательно, но чуть попозже, оценить, с какими результатами, с каким багажом, не только очковым, но и чисто баскетбольным багажом, как играют в баскетбол все 30 команд в одной программе, невозможно. А предыдущие две я больше внимания обращал на команды западной конференции, то сегодня мы будем с вами на Востоке и разбираться с теми командами, которые к середине сезона подошли в середине турнирной таблицы. Но перед этим мне хотелось бы успеть ответить на два ваших вопроса. Вопрос первый, который буквально позавчера пришел на конференцию, и была просьба ответить в эфире программы, он касается Блейка Гриффина. Почему Блейк пропустил прошлый сезон? Он ведь на драфте выбран летом 2009 года. Я хочу ответить, это, в общем, достаточно многие из вас знают. Блейк Гриффин в одной из предсезонных игр в октябре 2009 года получил тяжелейшую травму. Ему тут же, после того, как был поставлен диагноз, ему сделали операцию. Ну и вот восстановление от травмы. Его не форсировали в Клиперс. Берегли, понимая, что растет суперзвезда. В общем, в сезоне 2009-2010 Блейк хотел выйти на площадку в апреле месяце. Он уже был готов. Руководство клуба посчитало, что это не нужно. Результат не улучшить. И поэтому Гриффин в прошлом сезоне не сыграл ни одной игры. И он на абсолютно законных основаниях в этом сезоне претендует на звание лучшего новичка сезона. Он не один претендует. Но просто он из новичков этого сезона, фактических новичков, он, пожалуй, самая заметная фигура. Это один вопрос. Я прошу прощения, на второй не успеваю. Добрый вечер, Роман, я вас слушаю. Владимир Александрович, приветствую вас. Во-первых, позвольте поздравить вас сегодня с днем рождения вашего папы. Спасибо. Да. Спасибо. Очень приятно, что вы помните. Да, и у меня к вам сразу два вопроса. Один серьезный, другой немножко шуточный. Вопрос первый. Как лично вы оцениваете фигуру Кевина Лава? Ну, для баскетбола статистика вещь упрямая все-таки, и те цифры, которые он показывает, выглядят очень внушительно. Ну и второй вопрос, который шуточный. Какой бы финал вы хотели увидеть? Майами Лейкерс, Бостон, Сан-Антонио или, может быть, Чикаго, Оклахома? Спасибо. Ну, я начну. Понимаете, я обратил внимание на Кевина Лава еще в прошлом году. У меня была возможность, я отсмотрел все, за исключением одной, игры сборной США в Турции на чемпионате мира. И вот на чемпионате мира я обратил внимание на этого игрока. Ну, во-первых, невозможно было не обратить, как вы сами понимаете, в сборной, составленной практически из одних только афроамериканцев, белый человек, который, ну, самый чернорабочий в сборной США, это Кевин Лав. Не на фигуру, не на данные обратил внимание, а обратил внимание на рабочую этику.
Во-первых, когда будете смотреть Миннесоту, посмотрите, как Кевин Лав работает на ногах, что в защите, что в нападении. Для игрока ростом 205-206 сантиметров так мельчить ногами, иметь такой сильный голеностоп, это, ну, как бы явление крайне редкое. Этот мелкий шаг позволяет Кевину Лаву подбирать мячи в нападении. Вы посмотрите, там у него черти сколько дабл-даблов подряд. Он первое место по даблам-даблам занимает в лиге. Причем я не говорю про этот фантастический 31-31, повторение рекорда Моузеса Малоуна. Я говорю о том, что у него много подборов нападений. Вот он подбирает там 14 мячей за игру. Он 5, ну 4 с чем-то забирает в нападении. Почему? Ему очень сложно поставить спину. За счет коротких шагов он успевает. Как только человек от него отворачивается, это нужно, в общем, памятник ставить тренеру, который работал с ним, наверное, в университете все-таки, в школе этого не ставят. Вот. Как он оббегает, как он туда прорезает, как он не боится, идя на подбор, забегать за лицевую линию и могучей своей спиной потом соперника из-под его же кольца вытеснять. Кроме этого, обращаю ваше внимание, белый парень выпрыгивает с двух ног. Ну да, конечно, Бизли прыгает повыше. Да, я еще могу назвать людей, афроамериканцев, которые выше прыгают. Но он больше, чем на ладонь над кольцом, когда выпрыгивает с двух ног. Что позволяет ему добивать мячи в кольцо соперника в одном прыжке. А уж когда он играет, борется за подбор под своим щитом, это заглядение какое-то. Это нужно снимать и показывать в учебных фильмах. Кевин Лав отсекает своего игрока и успевает за счет здоровья, за счет того, что он ведь не длинноногий, я бы даже сказал, он коротконогий, бедра мощные, плечи широкие, и он боец. Он в своей трехсекундной зоне своего держит на плече и еще руками успевает кого-то, если ошибся тот же Бизли, как партнер или Миличич, он успевает останавливать еще одного соперника. Я им просто восхищаюсь. Ну и тут нужно добавить, да, вот человек поработал и поставил себе трехочковый бросок. А в ходе этого сезона еще и уверенность пришла, что он имеет право на этот трехочковый бросок в команде Миннесоты. И вот они, дабл-даблы, посыпались. И это приятно. Мне он очень нравится. Я бы так сказал, этот человек один из трех лучших чернорабочих в НБА в этом сезоне. И самый броский по статистике. Что касается второго вопроса, какой бы я финал хотел посмотреть? Я вас уверяю, я бы хотел посмотреть все три, но так не бывает. С моей точки зрения, если мы говорим о содержании баскетбола, то, наверное, Сан-Антонио-Бостон был бы самый содержательный. Если мы говорим о красоте, о зрелищном восприятии баскетбола, да еще такого финала, финальной серии НБА этого года, то, наверное, вне конкуренции Майами вы их против Лейкерс поставили. Тоже с удовольствием. Оклахоме рано. Посмотрев и действительно влюбившись в двух молодых талантливых игроков Оклахомы, Уэстбрука и Дюранта, я тем не менее считаю, что Оклахоме в финал НБА еще рановато. Еще не тот класс. Вот. Я позволю себе вернуться. Быстренько я отвечу на вопрос, который касается драфта. Потому что он такой, понимаете, вот меня спрашивают, ваше мнение по поводу драфтов НБА. Упал уровень игроков, которые приходят в лигу за последние годы? Сопоставим ли драфт с прошлыми годами? Какой год вы считаете самым насыщенным? 2003 или, может быть, 96? Я бы хотел ответить на этот вопрос следующим образом. Понимаете, я вот первый раз по папиному заданию, кстати говоря, отслеживал драфт 67-го года. Мне было еще 14 лет. Почему я отслеживал? В 67-м чемпионат мира. И отец был, как тренер сборной СССР, был заинтересован узнать заранее, кто из звезд студенческого баскетбола, профи тогда, не игроки НБА, не ездили, может приехать, кто будет угрожать борьбе сборной СССР за первое место. И вот тогда еще драфт не состоялся, но свои кандидатуры выдвинули выпускники Лью Алсиндер, Карьям Абдул-Джабар, Боб Хейс, Билл Хоскет. Много людей, которые не приехали.
в конечном итоге сборная СССР на этом чемпионате мира сборной США проиграла одно очко со скандалом, с судейской ошибкой, но стала победительницей чемпионата мира. Вот. Так вот, мне кажется, что я могу вот свое мнение высказать. Обычно драфт, вне зависимости от того, какое количество команд в НБА, оно же росло, вот сейчас их 30, дарит нам двух от силы трех звезд ежегодно. Драфты 2003 и 1996 года, с моей точки зрения, это абсолютные исключения, которые только доказывают правила. И даже несмотря на то, что раньше нельзя было со школьной скамьи драфтовать человека, теперь потом было можно, теперь опять нельзя. Введен этот 19-летний возрастной ценз. Все равно потенциально приходят суперзвезд 2-3 в год. Раскрываются дольше. Посмотрите драфт 2003 года, что Бош, Уэйд, Кармело или Леброн с самого начала кричали о них «о-хо-хо», они что, с самого начала играли как суперзвезды. Леброн раскрылся чуть раньше, потом Уэйд, потом Кармело, потом Бош. Но это все случилось не в одну неделю, я вас уверяю. И то же самое, люди, которые пришли к нам в прошлом, к нам, к ним в НБА в прошлом году, они раскроются. Вы увидите, Тайрик Эванс, это же звезда, это понятно. Если не будет травмы, то в течение этого сезона и нормальной летней работы в следующем Тайрик Эванс суперстар. Вот. И эта статистика, она так и идет. Я вам хочу сказать, вот на моей памяти, при работе в баскетболе еще тренером, да, хотя нет, вот на самом деле еще игроком. Вот возьмите нашу страну, которая называлась СССР. Ребята 1951 года рождения, которые потом в 72-м, в возрасте 21 года, Саша Белов покойный, Ваня Дворный стали олимпийскими чемпионами. А в этой команде, которая в Европе, в юниорской, всех разгромила, еще были Милосердов, Жвигурс, Ястребов. Потом, это непланируемая вещь, потом 59-й год, который, вот 59-й год рождения, который потом к папе попал и долго играл. Белостенный, Дерюгин, Красавцев, Шершов, Миловидов, Хомичус, Энден, Бережной, фантастически лучший, потерянный нами в этой стране разыгрывающий, тоже, к сожалению, ушедший преждевременно от нас, Шурка Лындин, это фантастическая сборная. А потом 64-й год, ну, это непланируемое, так бывает. 64-й год, это уже олимпийские чемпионы Сеула, просто они одногодки, их 6 человек с одной сборной, в той, с одной юниорской, в той сеульской у папы играли. Это были Сабонис, Марчуленис, Тихоненко, Волков, Сок и Миглиникс. 6 человек в одной команде стали олимпийскими чемпионами, им почти всем в Сеуле еще... Вот 24 года должно было исполниться. Абсолютно непланируемая вещь. Так и в Штатах. Я сейчас хочу, чтобы больше не возвращаться к вопросам и не возвращаться больше к Западной конференции, чтобы мы посмотрели таблицы дивизионов Западной конференции в середине турнира. Пожалуйста. Северо-западный дивизион. Оклахома опережает Юту по личным победам. Денвер, который 23 игры уже выиграл, и последняя победа над Майами, ну просто потрясающая. Портленд в борьбе, победивший дома Миннесоту, 22-20. Все четыре команды попадут в... Уверен, что даже Портленд попадет в плей-офф. Миннесота, ну что делать, ну сожалею. Кевин Лав, прости. Следующий, Тихоокеанский дивизион. Лейкерс, единственная команда из дивизиона, которая угрожает. Феникс 18-21, но Феникс на этом уровне 0-45. Балансирует, считайте, с середины, ну с конца ноября. Жалко Феникс. Сакраменто не показывает ничего. Клиперс и Голден Стейт вспышками. Приятно смотреть на Монте Эллиса и Блейка Гриффина. И последний дивизион Западной конференции, Юго-Западный. Здесь Сан-Антонио лучшая команда. Даллас, куда вернулся Новицкий, тут же был удален с поля за два технических. Новый Орлеан, который, с моей точки зрения, вновь яму миновал и вновь начинает прибавлять, играет все интереснее. Мемфис и Хьюстон, которых мне жаль. Но
Честно говоря, если Мемфис или Хьюстон попадут в плей-офф, а Феникс не попадет, я буду считать это высшей баскетбольной справедливостью. Спасибо. Спасибо. Переходим к главной теме программы. Команды Восточной конференции, которые занимают места с 6 по 9. 4 команды. Они каждый по-своему интересны, но рассматриваем мы именно тех, понимаете, вот первые 5 команд Востока уже точно в плей-оффе. А вот те, о которых будет сегодня идти речь, то ли да, то ли нет. Кто-то больше да, кто-то больше нет. Первая команда, прошу прощения, есть Дмитрий. Добрый вечер, Дмитрий, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам 2 вопроса. Первый, это кто с Востока, на ваш взгляд, главный претендент? И второй, кто лучший игрок в лиге и почему? Спасибо, до свидания. Это же субъективно. Я по-прежнему считаю, что в финале Восточной конференции Бостон победит. Бостон играет более разумно, менее разнообразно, чем Майами, но более разумно. И если Риверсу и менеджменту Бостона удастся довести команду до конца мая, начала июня, как раз когда финалы конференции будут проходить, без травм, да еще и, так сказать, выздоровеет окончательно Кендрик Перкинс, я ставлю Бостон выше, чем Майами. Я не могу это объяснить, разложив по полочкам, да? Это моя баскетбольная интуиция. Кто лучший игрок в лиге в этом сезоне? Самый разносторонний по-прежнему Леброн. Это точно. А вот кто самый полезный, вы знаете, я бы и Коби рассматривал, и Рондо бы рассматривал, и Ховарда бы не забыл. В общем, претендентов достаточно много. И если бы по позициям, мне было бы легче. А одного назвать, вы видите, я назвал 4. И я сам сомневаюсь, кто из них лучший. Я надеюсь, вы удовлетворены моим ответом. Давайте знакомиться с первой командой из списка клубов Восточной конференции. Нью-Йорк Никс. Тем более, там играет Тимофей Мозгов. Пожалуйста. Нью-Йорк Никс – команда, степень внимания к которой в нашей стране резко выросла в этом сезоне. Если отбросить условности, это бы произошло в любом случае, вне зависимости от серьезного улучшения уровня игры Никс. Просто в клубе появился наш человек – Тимофей Мозгов. И узнать о том, как он там, нет-нет, да и попытаются даже люди, за НБА следящие не слишком пристально. Это ведь только настоящие фанаты Нью-Йорка призадумались тогда, в июле. А что нам-то принесет приход в команду малоопытного центрового, которого никто даже не пытался задрафтовать? Все остальные были счастливы. Русских в лиге стало в 2 раза больше, что может быть лучше? Ну а уж когда Майк Д'Антони сходу определил Тиму в стартовую пятерку, эйфория накрылась головой. Так что если руководство Никс ставило себе цель с помощью этого трансфера выйти на российский рынок, то частично она выполнена. Частично потому, что мы все-таки не китайцы, которые, играя в НБА 10 представителей Поднебесной, легко составили бы из них обе стартовые пятерки на матч всех звезд. Нью-Йорком в России сдержанно интересуются, но не более. Да и наблюдая за игрой Мозгова за Никс, можно было сделать достаточно простой вывод, что в старте он долго не задержится. Так и произошло. Д'Антони все-таки себе не враг. И если такой важнейший элемент баскетбольной команды, как центровой, из игры выпадает, надо с этим что-то делать. В начале сезона Нью-Йорк проиграл 8 матчей из 11, что прекрасно укладывалось в невеселую картину прошлого сезона. Но тогда в команде не было Амары. Д'Антони принял решение использовать свою главную звезду на позиции центра. И от этого выиграли все, кроме, пожалуй, Мозгова. Но он понимает, куда попал и готов бороться. Так что надежду на лучшее терять не стоит. А Нью-Йорк тем временем буквально взлетел вверх. 5-матчевая победная серия для начала, а потом, через поражение от Атланты, еще 8 матчей без потерь. И вот вуаля. Мановение волшебной палочки Майка Д'Антони превращает Нью-Йорк Никс в серьезного претендента чуть ли не на победу в Атлантическом дивизионе. Здесь вам не тут, как говорил в светлой памяти Виктор Степанович Черномыркин. Болельщики Никс, те самые, что непонимающе переглядывались, читая новость про переход Мозгова, синхронно чуть приподняли правые брови и подумали, давненько мы не были в плей-офф. Если точнее, то с 2004 года, когда Нью-Йорк ухватило 39 побед в регулярке, чтобы выбраться в первый раунд и там безропотно уступить Нью-Джерси. В середине декабря Никс набрали отличный ход, так что если бы этот сюжет делался тогда, то ни одной критической стрелы в адрес этих ребят мы бы не послали. Но за полтора месяца Нью-Йорк изрядно полихорадило. Чикаго, Атланта и Орландо убежали вперед. Про Бостон с Майами и вспоминать не стоит. И Никс засели на 6-й позиции в конференции в качестве своеобразного барьера между монстрами и аутсайдерами. Рассматривать это место можно с двух точек зрения. Первое. Как уже говорилось, в плей-офф довольно давно выходить не получалось, так что все окей. Второе. А что мы будем в этом самом плей-офф делать против любой команды из первой пятерки? Да ничего. Вылетать в первом раунде и смотреть баскетбол.
баскетбол. Конечно, иметь в команде второго бомбардира лиги по имени Амара Стаудемайер и пятого распасовщика по имени Раймонд Фелтон и не мечтать о чем-нибудь великом было бы глупо. Очень важно, как закончится для Никс период обменов. Если у Майка Д'Антони появится Кармело Энтони или О'Джей Майо, то о Нью-Йорке можно будет говорить уже совсем в других тонах. Приход в команду Амары, по словам Д'Антони, просто спас ему жизнь. Еще одна суперзвезда сделает коллектив одним из главных претендентов на персни. Если же этого не случится, то вопрос повиснет в воздухе. Выше шестого места Никс будет уже не подняться, а вот упасть ниже, учитывая нестабильность результатов, можно вполне. Так что делать сейчас какие-то прогнозы было бы некорректно. Первая половина сезона поменяла статус Нью-Йорка. А вот насколько серьезно, это решится во второй его части. Отличный сюжет. Я добавлю несколько слов, но сначала приму звонок. Добрый вечер, я вас слушаю. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос, возможно ли Нью-Джерси зацепиться за восьмое место, если обмен произойдет Кармело Энтони? Сергей, поймите меня правильно. Я не тренирую и не являюсь ген-менеджером Нью-Джерси. Однако, когда здесь, в Москве, и по прессе, я следил за высказываниями владельца Михаила Прохорова, за тем, что говорил, особенно внимательно я следил за тем, что говорил Эвери Джонсон. Поймите правильно. На сиюминутный результат, на вот сейчас, приход Кармело Энтони может повлиять. Но отдавать за него два первых номера драфт-пика, но отдавать за него Филса, Лэндри и еще кого-нибудь, да не стоит он такого. Понимаете? И тогда на долгосрочную перспективу приход Кармела в Нью-Джерси, он не нужен, он будет вреден. Это мое мнение. Вы уж... можете не соглашаться, честно говоря, я не навязываю, но мне так кажется. По поводу Нью-Йорка, Нью-Йорк Никс, я бы все-таки хотел сказать. Да, отличная игра Амари, по словам Майка Д'Антони, спасла ему не столько жизнь, сколько место. Но с другой стороны, вы же понимаете, что человек, который слепил конфетку из того, что было, это я о работе Майка Д'Антони, выбрал эту тактику и не методом проб и ошибок, а последовательно шел в выборе тактики позиционного нападения Никс. И, честно говоря, вы задайте сами себе вопрос, уважаемые телезрители, а многие ли из вас знали имя, фамилию игрока Раймонд Фелтон до этого сезона? Я сомневаюсь, что многие. Я думаю, это находка. И эта связка, пусть не так эффектна, как Нэш Стаудемайер в Фениксе, при том же Д'Антони. Но зато так же эффективно, это блестящая находка. Эти молодые ребята, Чандлер и Филдс, заполняющие углы и, как сказать, не боящиеся оттуда атаковать, причем оба с таким проходом, что непонятно от чего защищаться, от их трехи, которая летит, или от их прохода, который они все норовят зубами за кольцо схватиться и мяч их туда вот пропихнуть так, чтобы вместе с руками соперников, с криками восхищения болельщиков на трибунах. И этот итальянский снайпер под 45 градусов, который, если бы ногами дорабатывал перед броском чуть активнее, как учат в Америке, то он бы Стаудемайера уже догонял, потому что рука-то с трехочковой дистанции у Галинари работает блестяще. Нет-нет-нет, все это игроки молодцы. Игроки стараются, пашут, защищаются. Защита не очень. Но это трейдмарк Майка Д'Антони. Я ему пою песню. Он блестяще отработал эту половину сезона. При всем, вот то, что вначале случилось, ну просто блестяще. Он отличный тренер. Спасибо ему большое. Время поджимает. Следующая команда «Моя Филадельфия 76». Сюжет, пожалуйста. На сегодняшний день «Филадельфия 76» занимает 7-е место в Восточной конференции. Проведено 40 игр, 17 побед и 23 поражения. Как ни смешно, вот такое соотношение побед и поражений позволяет Филадельфии претендовать на место в плей-офф. И, скорее всего, команда это место завоюет. А что отличает игру команды в этом сезоне? Ну, во-первых, смена тренера летом, приход Дага Коллинза и его помощника Майкла Карри все-таки определили лицо команды. Стабильная стартовая пятерка.
в которой, кроме Андрея Гуадала и Элтона Бренда, нет даже ни одного намека на звездность среди игроков. И тем не менее, пятерка смотрится достаточно хорошо. Мне нравится и разыгрывающий Джеру Холидей, который во всех 40 матчах принимал участие, проводит на площадке очень много времени, 35,1 минуты, при этом занимая второе место в команде по результативности, 14,6 очков. Вот только с количеством результативных передач, 7 за игру, это все-таки маловато для того, чтобы претендовать хотя бы в будущем на роль стабильного, хорошего, высокого уровня разыгрывающего Национальную баскетбольную ассоциацию. Несколько сдал в этом году Андрей Гуадала. 13,8 очка за игру и всего 6 подборов. Это меньше, чем я от него ожидал. Все-таки капитан команды. В прошлом сезоне он действительно был ее лидером. В этом Андрей как-то стушевался. Может быть, не на пользу ему пошло участие в чемпионате мира в Турции, где он показывал баскетбол очень хороший. У команды основного центра играет Спенсер Хоэс. Ну, честно говоря, это игрок не уровня Национальной баскетбольной ассоциации. Если мы оставим в стороне его старательность, его самоотверженность, все-таки оказывается, что этот центровой за 20 минут пребывания на площадке не может быть в двухзначных цифрах. И поэтому Спенсер Хоэс после того, как выходит и отыгрывает первую четверть, потом появляется на площадке все реже и реже. А с другой стороны, очень хорошо продумана у Дага Коллинса система замен. Все-таки и Тадеуш Янг, и Андреш Начионе, они выходят, и новичок Эван Тернер, они выходят на площадку, делают свое дело, получают достаточно большие куски игрового времени и приносят результат. Как команда, Филадельфия мне нравится. Они играют в командный баскетбол. Баскетбол, в котором есть один явный лидер. Это Элтон Брэнд. 15 очков за игру, почти 9 подборов за игру. Это при том, что рост Элтона Брэнда всего 203 сантиметра. И номинально он, конечно, четвертый номер. Но столько, сколько Элтон играет спиной к кольцу в нападении в позиции центра, делает ему честь. И тем не менее, я считаю, что у команды есть скрытые резервы, которые пока Коллинз не может использовать. И Морис Спайс, и Эван Тернер – это очень перспективные баскетболисты, на которых можно рассчитывать, наверное, уже сейчас. И вокруг которых можно было бы за счет ротации строить командную игру в нападении. Самое слабое место Филадельфии, с моей точки зрения, это все-таки защита. 98 очков команда пропускает, 97 забивает. Если бы команда могла активнее играть с соперником на периметре, успех бы Филадельфии в достаточном количестве матчей принесла бы именно в игра в обороне. Но вот Даг Коллинз как тренер никогда особенно защитным тренером не считался. Я очень надеюсь, что команда, за которую я болею столько лет подряд, попадет в плей-офф. Правда, дальше, чем на первый круг, рассчитывать не на что. Ну, собственно, игру Филадельфии я разобрал достаточно подробно. Я не хочу на этом останавливаться. Тем более у нас еще целых 2 сюжета. Значит, следующая команда, про которую... Команда, которая занимает 8 место в Восточной конференции, это Индиана Пейсерс. И вот здесь-то мне, в общем, сюжет тоже мой. Просто очень много из того, что я хочу про Индиану вам рассказать, в сюжет не вошло. Ну, давайте сначала сюжет посмотрим, потом мои рассказы, хорошо? Команда, которая на данный момент занимает 8 место в Восточной конференции, называется Индиана Пейсерс. 16 побед и 22 поражения. Что бы ни говорили о культуре баскетбола в Соединенных Штатах Америки, я остаюсь при своем мнении. Индиана – самый баскетбольный штат. И там высочайшая культура зрителей. У Индианы Пейсерс полно болельщиков. И это доказывает ее посещаемость. Но играет Индиана Пейсерс сейчас совсем не в тот баскетбол, которым она симпатии этой толпы завоевала. Индиана всегда была своеобразной командой. Вспомните расцвет времен Реджи Миллера. Это же команда, которая играла в умный и в то же время атлетичный баскетбол. Команда, в которой самые лучшие черты современного баскетбола в те 90-е годы были соединены вместе. Сейчас этого сказать нельзя.
Я невысокого мнения о главном тренере Индианы, о Джимми О'Брайене. Однако он человек старательный и очень трудолюбивый, и это бросается в глаза. В команде, ну, на уровне звезды играет только ее капитан. Дэнни Грейнджер, 21,2 очка в среднем за игру с позиции третьего номера – это достижение. Грейнджер много атакует, однако атакует со всех позиций с высоким процентом, и ему простительно. При своем росте 203 сантиметра и не очень богатых атлетических данных Дэнни 5,5 подборов за игру забирает и 2,8 результативных передач отдает. К нему нет претензий. Мне кажется, что у Джима О'Брайена большая проблема в плане первого номера. Я большой поклонник великолепной скоростной техники Ти-Джей Форда. Но Ти-Джей Форд проводит на площадке меньше 20 минут. Значит, большую доверенность Джим О'Брайен испытывает по отношению к другим разыгрывающим защитникам. Но это его дело. Даррен Коллисон неплохой. Он стартовый защитник команды, он забивает 14 очков за игру, он лучший в команде по результативным передачам. Однако управление игрой от Даррена пока не происходит. Он игрок инстинкта. И это выпадает из тех традиций, по которым играла Индиана раньше. Не играла Индиана на инстинктах. Баскетболисты Индианы обладали хорошим игровым мышлением и высоким интеллектом. Высоким интеллектом, несомненно, обладает Майк Данливи и Брэндон Раш. Оба очень неплохие, просто они на одну позицию. И по этому поводу их 23 очка на двоих, они набираются за то время, когда либо тот, либо другой находится на площадке. Слишком много вестов было отдано Рою Хиберту. Да, конечно, центровой с очень богатыми данными. Но представьте, у него 218 сантиметров рост, и при этом он могучий мужчина. И тем не менее, его огрехи в технической подготовке не позволяют Рою играть на том уровне, который от него ожидали. Ведь говорили же, что он должен затмить Яо Мина. Нет, пока не затмевает. Я надеюсь, что Индиана не разочарует своих болельщиков, что Индиана доберется до плей-офф. Но с таким составом и с такой игрой рассчитывать на то, что Индиана сможет обыграть первую или вторую команду Восточной конференции в первом круге, не приходится. Вот такие, с моей точки зрения, перспективы этой команды. Понимаете, вот сказав А, нужно говорить Б. Я сказал, что я не высокого мнения о Джимми О'Брайене, как о тренере команды. Я могу достаточно долго объяснять, почему. Я главную причину должен назвать. Понимаете, состав Индианы сложился. Джим О'Брайен тренирует Индиану не первый сезон, третий. И он с этим составом, своими манипуляциями, ну, никак не может прийти к какому-то общему знаменателю в позиционном нападении, в какой-то игре. Я вспоминаю, да, помните, Рик Смитс, Реджи Миллер, эти однофамильцы Дэвисы и тренер Лэри Браун. У Лэри Брауна это был расцвет, и как жалко, что он с той Индианой попадал все время под Чикаго, или под хотя Нью-Йорк Индиана обыгрывала, и ни разу не боролся за перстни. А здесь-то что мешает поставить нормальную, разумную игру? Если у тебя бегущие оба, причем меняющие друг друга, Коллисон и Форд, ну, заставь команду бежать. Грейнджер бежит, вы как молодой олень. Он любит быстрый баскетбол. Я прервусь, потому что у нас звонок из-за рубежа. Теймур, добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер, Владимир Александрович. Я хотел выразить свое мнение по поводу фаворита с Восточной конференции. Я слышал, что вы неоднократно, ну, как и все многие другие, говорили, что, естественно, явными фаворитами выглядят Бостон и Майами. И вы предпочтение отдаете, как мы уже поняли, Бостон. В принципе, конечно, как говорится, на бумаге, да, однозначно эти команды фавориты. Но есть такой момент. Давайте не будем забывать команду из города ветров. Все-таки Чикаго – это темная лошадка. И прежде всего потому, что Том Тибодо, вы же знаете, он стал с этого сезона тренером Чикаго, этот человек знает от и до наизусть всю систему Бостона. Всю систему этой великолепной защиты, тонкости сил лидеров команды и так далее. Я думаю, что Чикаго
именно противостояние с Бостоном может преподнести сюрприз. Вам огромное спасибо за вашу передачу и всего вам доброго. Тимур, спасибо вам большое за то, что вы дозвонились, и за ваш анализ. Я хотел бы вот буквально вот, там 30 секунд посвятить. Обратите внимание, Тимур, до сих пор Тибодо хороший тренер, он досконально знает Бостон. Систему защиты в Чикаго он не построил окончательно. Нету сейчас Нуа, травмирован, и чикагская защита хромает. С атлетизмом все в порядке. Здоровье для того, чтобы защищаться так, как требует Тибодо, у этой команды полно, хватает, с избытком. Ума нет. Или, как сказать, инстинкты нужные не воспитаны. Вот слабое место в Чикаго. Вот о чем я говорил. Возвращаясь к Джиму О'Брайену, к тренеру Индианы, я упрекаю его в том, что команда Индиана Пейсерс, имея в своем составе такое количество классных снайперов, еще и не играет от трехочкового броска. Да что же это такое? А для чего тогда брали Данливи? А почему там Брэндон Раш так много времени проводит на скамейке? В конце концов, лидер команды. В первую очередь снайпер, а потом все остальное. И построить, вы знаете, как говорили, в общем, мои родители и те, кто в баскетбол играл еще до них и до войны, построить нападение позиционное чайничком, много ума не надо. То есть лидеры в этом самом разбежались по уголочкам, трапецию построили на трехочковой дуге, особенно если снайперов может быть одновременно на площадке три. Ну-ка пусть защитка помучается от одного к другому, тут главное, чтобы мячик летал, чтобы мячик жил. Нет ничего этого. Чего хочет добиться Джим О'Брайен от своей команды Индианы? Какой ему видится баскетбол, в который его команда должна играть? Я, к сожалению, не понимаю. А когда я не понимаю, я пугаюсь. Вот. Теперь у нас осталась команда, которая идет на 9-м месте в той же Восточной конференции. Это Шарлотт Бобкетс. Пожалуйста. На 9-м месте в Восточной конференции идет команда Шарлотт Бобкетс. Команда, в которой только что ее владелец Майкл Джордан поменял тренера. К рулю пришел Пол Сайлс. Заслуженный ветеран, тренер, который явно больше увлекается нападением, чем защитой. Кстати говоря, среди его помощников и Чарльз Оукли, и Ральф Льюис, и сын Стефан Сайлс. В команде Бобкетс явный лидер. Потрясающий сезон очередной из проводит нападающий Стивен Джексон. Кэптен Джек забивает 18,3 очка за игру, достаточно активен для третьего номера на подборе. И вообще во всех статистических показателях, кроме блок-шотов, он занимает лидирующие позиции, скажем, в своей команде. В команде определена стартовая пятерка. Но в ней опять такая же проблема. Вы представляете, если в стартовой пятерке выходит в качестве Мухаммед, и за 17 минут он набирает 7 очков и делает 5 подборов, понятное дело, что это самая провальная позиция в команде. Его сменщик Кваме Браун показывает еще худшую статистику. Правда, они вдвоем вместе на площадке наигрывают 38 минут. Есть ведь еще и Десагана Диоп, третий центр в команде, который пока принял участие лишь в 16 играх. Достаточно часто мы видим на этой позиции Тайруса Томаса, который, явно не пятый номер в системе НБА. Очень хорошее впечатление на меня производит защитник Диджей Агастин. Третий по результативности, первый в команде по результативным передачам и перехватам. Вообще для молодого игрока он играет, я бы сказал, очень стабильно. Кроме этого, еще пара форвардов Джеральд Уоллес и Борис Диао, которые по очереди вынуждены играть то четвертого, то третьего номера. Думаю, что проблема команды в том, что она недоукомплектована. Несмотря на то, что в Северной Каролине баскетбол любят, ходят, Шарлотта собирает полные залы, тем не менее, болельщиков надо порадовать. Команде необходимо провести несколько обменов или выиграть высокий номер драфта следующим летом с тем, чтобы у стареющего Стивена Джексона появился еще и достойный партнер. Лучше бы, конечно, на позиции центра. Я думаю, что Майкл Джордан это прекрасно понимает. Между прочим, команда одна из худших по нападению, по набранным очкам. 93 очка за игру – это маловато. Пропускает команда 96,6.
шансы на то, чтобы Шарлот Бобкетс попали в плей-офф в этом году, с моей точки зрения, минимальны. Они идут девятыми, они отстают от Индианы, но там сразу же за спиной еще есть пара команд, которые тоже будут бороться за восьмое место в Восточной конференции. Сказать по правде, я вообще никак не оцениваю шансы Бобкетс, даже если они займут восьмое место и выйдут в плей-офф. Но это подарок для той команды, которая на Востоке займет первое место. Это будет легкая прогулка для этой команды в первом круге плей-офф. Я не хочу унизить или оскорбить команду Шарлот Бобкетс, однако селекционная политика здесь оставляет желать много лучшего. Ну, теперь вот самое время посмотреть, как стоят команды по дивизионам. Бостон в Атлантике первый, Нью-Йорк второй, Филадельфия, про которую мы сегодня рассказывали, идет третий, 17-23. Задавали вопрос по Нью-Джерси. Вы видите, 10 побед, 31 поражение. Это лучше, но не намного, чем в прошлом сезоне. Следующий у нас дивизион центральный. Чикаго. Мы говорили только что с позвонившим из Баку Теймуразом. 28-13. И Чикаго играет в нападении в очень привлекательный баскетбол. Об Индиане мы сегодня рассказывали. Видите, не дошло у меня дело до Милуоки и Детройта. Это как раз те две команды, которые подпирают Шарлот Бобкетс. Ну, Милуоки мне нравится в связи с набором игроков. Детройт мне не нравится в связи с тем, что там назрели изменения в составе, а генеральный менеджер все спит. Ну и, в общем, худшая команда лиги, Кливленд, не хочется на нее тратить никакого времени. И, наконец, последний дивизион, юго-восточный, где Майами, набрав 30 побед, вы знаете, дважды оступилась на выезде после того, как был травмирован Леброн Джеймс. Атланта и Орландо, в плей-офф мы их точно увидим. И вот команда, о которой я только что рассказывал, Шарлот Хорнетс, 15 побед, 24 поражения, это ниже, чем 0-4. И тем не менее, эта команда претендент на выход в плей-офф. Таков Восток, спасибо вам большое. У нас осталось буквально 3 минутки до конца программы. На вопросы, на которые я хотел ответить, уважаемые телезрители, уважаемые любители баскетбола, я уже ответил. Значит, на что я хотел бы обратить ваше внимание? Во-первых, на тот факт, что несмотря на то, что ни ЦСКА, ни Химки, они не в НБА играют, они не попали на этап топ-16, баскетбольный канал и вообще спортивные каналы НТВ+, будут продолжать трансляции матчей, баскетбольных матчей Евролиги УЛЕП. Эти трансляции завтра и послезавтра, значит, на этапе топ-16 в туре 8 игр, ну, по-моему, мы в сумме завтра и послезавтра показываем 6, и они все, конечно, интересные. Не пропустите эти трансляции. Еще момент, значит, ну, такая приятная, она и не новость, мы бы все равно показывали «Уикенд всех звезд». Но в данном случае есть уверенность, что командировка на «Уикенд всех звезд» в Лос-Анджелес состоится, и в связи с этим трансляции оттуда будут в расширенном варианте все 3 дня. Поэтому все конкурсы, все баскетбольные матчи, несомненно, всю культурную программу, которая в эти баскетбольные матчи будет нафарширована, зрители телеканалов, спортивных телеканалов НТВ+, обязательно увидят. А это будет красочное зрелище, интереснейшие конкурсы и красивый баскетбольный спектакль в воскресенье 20 февраля. Это, собственно, все то, что я хотел вам сегодня сказать. И прощаюсь с вами, как обычно. Любите баскетбол. Играйте в баскетбол, если можете. Это лучший вид спорта, я в этом абсолютно уверен. Мы с вами увидимся в следующий вторник. Всего вам самого доброго.